ситуацию в команде Украины. И Тамара Ерофеева, например, выступала на чемпионате Европы, куда допустили только одну гимнастку. И на других стартах, она выступала лучше, чем Аня. Елена Ткаченко выходит на площадку на чемпионате мира в Мадриде в многоборье. Она была шестой. Самый запоминающийся ее старт – это чемпионат Европы в Женеве. Она там стала бронзовым призером в двух финалах. Равновесие Ирины Чащиной. Как будто не хватает силы на прыжках. Множество элементов спусканием на колено. Это очень трудно для мышц ног. И, может быть, поэтому уже на элементарные прыжки не хватает силы. Вообще, вот эти все элементы с опусканием на колено, конечно же, не очень полезны. И вообще, вот в той поправке, которую... в этом году.